Қайрат Молдаевич, сізбен қателеспесем, мен осыдан 5 ай бұрын ба, 1 жыл бұрын ба сұхбаттасқан кезде бір мәселе көтерілгенде соның жауабын ала алмадым. Қазір сіздер ассоциациясыздар, көп нәрсені өзі шешіледі деп жатсыздар. Ішкі чемпионат түсінікті. Біз енді қазір международный уровень дедіңіз өзіңіз, халықаралық деңгейде шешуіміз керек. Бізде элитный раунд, кубок 4-х деп айтамын, 4 едің ғой. Өтіп жатыр. Алматыда өтті, иә? Енді бір мәселе, бізде мен естуімше мүмкіндік болған мына Литвадағы чемпионат мирада Алматы астанада өткізуге. Бірақ біз бей жағдайға байланысып өткізе алмай қалдық. Содан кейін Литва өткізді. Бірақ бізде мүмкіндік болған Алматы астанада Қазақстан әлем чемпионатын өткізуге. Енді қазір ассоциация. Бізде енді мүмкіндік бар ма заявка беруге УЕФА-ға, ФИФА-ға Қазақстанда Европа чемпионатын, әлем чемпионатын өткізу. Қазір ешкім кедергі емес шығар. Шын айтса, сіз маған сұрақ қойып отырсыз ғой, иә? Енді онда мен жауап берсем. Әрине, әрине. Шын айтса, өткен чемпионат мира ол Литвада, ол Алматы астанада өтуге 100% шансы болған. Неге десеңіз, уже шорт-листте үш мемлекет қалды: Япония, Қазақстан, Литва. Содан уже финалдаға Литва мен Қазақстан шықты. Сонда біз президент УЕФА-мен сөйлескенде, ол кісі біздің презентациямыз, біздің именно развитие футзала Казахстана, удар воздерет там обжатый, потому что действительно Казахстан, как скажем, восточная часть УЕФА, она стала развиваться мощно. Помимо того, что Казахстан быстро начал развиваться благодаря Казахстану, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, ол азиатский футзальный ассоциация начал развиваться благодаря Казахстану. УЕФА Онокорп, это тоже для них общее развитие футзала, тенденция хорошая, и удар предпочитали привести у нас. Потому что менше фильмен сөйлескем, ол жақта уже международный отделмен сөйлесіп, уже все уже Қазақстанға, уже сонша көп международный форумдар футболды өтті Алматыда, Астанада, и они знали нас, и практически нужно было только дать согласие. К сожалению, вот тогда Федерация футбола взяла и написала отказ, я даже не знал о том, что отказ ушел. У меня произошел тяжелый разговор тогда еще с генеральным секретарем Федерации футбола, потому что он не мог это сделать. Это было просто для меня, это был, ну не знаю, это был траур для всего футзала Казахстана, потому что было решение проводить в двух городах: Астана, Алматы. Барс-арена, Халык-арена, Дайын. Харьков-Дайын. Инфраструктура идеальная, Европа даже гондой. Астанада было начало, открытие, это финальная часть чемпионата мира, закрытие в Алмате. 4 зала полностью соответствовали. Тренировочная база для, полностью соответствовала. Просто не захотели работать. Не захотели. Понимаете, кому нужно работать? Никто не хочет, все хотят. Футзал, тем более, к нему относились как к младшему брату. И уже потом они поняли, что... Мы говорили, что, наверное, чемпионат мира надо выиграть, чтобы вы нас увидели. Хорошо, хоть чемпионат мира произошел, и команду увидели. И сейчас совсем другое отношение к футзалу. Это радует. Я надеюсь, что мы проведем чемпионат Европы, мира в Алмате, Астане. И УЕФА очень, скажем так, мы являемся благополучной страной для развития этого вида спорта, и они видят нас как, скажем, как Федерацию футбола Казахстана, которая способна провести этот турнир. Өзіміз бас тартып қалған отырмыз ғой. Иә, сол мен таң қалдым да, бізде керемет мүмкіндік болды ғой. Алматы мен Астанада біз өзі екі есе Қазақстанның чемпион болуына да мүмкіндік болады еді. Өзіміздің жанкүйерлер, өзіміздің атмосфер, әлем чемпионы. Чемпионат мира студентов провели же. Иә, өткіздік қой. Алматыда университет. Керемет деңгейде. Өз көзімен көреді ғой, балалар бар қанша, бұқаралық деңгейде. Мысалы, кеше теннис өтті ғой біздің Астанада, иә? Джокович, Циципастар келді. Қаншама балалар өз көзімен көрді звездаларды. Олардан ертең звездалар шығады. А біздің футзалда да ертең чемпионат мира болғанда Бразилия, Испания, Россия, Қазақстан бәрін көрген кезде басқаша эффект болатын еді. Енді қазір ассоциация, сондықтан сол дүниемен жұмыс жасау керек сияқты.